Озера Лагуна Верде и Лагуна Бланка, расположенные в национальном парке Боливии, соединяются узким проливом, но сохраняют разный цвет воды из-за особого минерального состава растворенных солей. Увидеть достопримечательности разных стран мира с высоты 500 километров можно на выставке фоторабот «Самарский взгляд из космоса», которая открылась в музее «Самара Космическая». Все снимки сделаны с помощью аппарата AIST 2D самарского производства. Проект AIST, снимки которого сейчас это предоставляется, был задуман как студент. Проект. Потом он получил развитие. Многие сейчас министерства, ведомства заинтересовались этим проектом. Он развивается и планируется в дальнейшем. Но идея возникла показать людям красоту нашей планеты из космоса, потому что когда ходишь и смотришь вокруг, это не так заметно, когда это с высоты, издалека это все видно. Малый космический аппарат AIST 2D разработали и создали специалисты РКЦ «Прогресс» совместно с учеными и студентами Самарского научно-исследовательского университета имени Королева. Для того, чтобы заложить рабочую программу, специалисты нашего предприятия формируют область интереса, направляют ее на борт, в виде рабочей программы аппарат снимает, соответственно, после этого происходит сброс на наш пункт приема информации, специалисты обрабатывают снимок, и получается вот такая красота. Аппарат отснял уже более 50 миллионов квадратных километров территории земной поверхности. Снимки используют для создания топографических карт, мониторинга чрезвычайных ситуаций, незаконных свалок, нелегальной добычи полезных ископаемых и других задач. 28 ярких и интересных фотографий представили в музее, чтобы их смогли увидеть все самарцы. Они настолько красочны, настолько интересны, что любому человеку, который пришел и посмотрел, это останет на память на всю оставшуюся жизнь. Экспозицию могут бесплатно посмотреть все посетители музея «Самара Космическая», которые придут на основную выставку. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.